189 рублей. Именно столько стоит шикарный проект от Rockstar GTA 5 в официальном магазине игр ImbaShop. И там же у вас есть шанс заполучить раз за 179 рублей, а Overwatch за смешные 199 рублей. Также попробуйте нашу новинку кейсы, где вы всегда 100% окупаетесь. Всего за 19 рублей вам может выпасть игра стоимостью до 700 рублей. ImbaShop – официальный магазин игр, ссылка на него в описании. Да шо ж вы так ругаетесь, да? А кто у тебя, мама, что ли? Мама, у всех. Я ж мама ли, блин, что-нибудь интересное получается. Я ж выкладываю это все сразу. Нет. Хуй, жопа! Сережа, я, блядь, рандомлю. Рокет, не пизда. Понял. ПМС. А, понял, нормально. Серый, блядь, нихуя нету. Яша! Бесишь. Я проиграл. Да, как на сталке. А чё, нормально у тебя реактив армора? А, у нас Iron Talon есть. И есть мультикаст. Я сказал, что есть. Но я промолчу. Давай, в кучку, в кучку. Крип сраный. У тебя есть что? А, я понял. Да. Жух! Я вам танцы кружимся. Ну, в смысле, вот эта пассивка может даже неплохая, да, Серёжа? Какая? Да, конечно, неплохая. Отличная пассивка. О, Серёжа, пассивка Тини или бэктрек Войда? Не быстрее говори. Бэктрек бери лучше. Айди хренов. Нет, типа, а вдруг? Бери оба. Да, прикольно ты придумал. Так, Серёжа, нам, блядь, ты хотел пару, блядь? Я создал с тобой пару, блядь. Давай, сука, помогай мне. Не надо со мной пару создавать. Это звучит не очень. Я ж, ну, хорош материться, но серьезно, попроси уже. Прости, враг! А, понял. Много ветров не бывает. Ну, давай. Закружим до смерти, пацанов. Чисто блеванут. У меня вопрос, почему там был... А, маны не было, наверное. Ну ладно. Так, я на спектр ставлю. Спектра тупо бежит и режет. Сколько я зарезал? Сколько перерезал? Общие хпшки, если раунд раньше заканчивается? Не, по процентам, но если остается один против двоих, я так и не понял, как это работает. Да, понятно. Плохо. Это плохо, что ты не понял. Я так понимаю, что у одного должно быть в сумме больше, чем в сумме у других. Возможно. Да. Так и есть. На добивке. Блеванул. Так, опа, опа, Сергуня. Ага. Там батарейки. Все херня, мы не боимся. У тебя Крэги, обратка и кучу всего. Уже с обраткой жесть. Давайте, пацаны, просто выиграйте их. Задушите Джаггера, вдвоем вгрызитесь в него. И тупо душите. Понял. Так, давай мы так как-то там договариваться, не знаю. А чё вы бьёте моим Артрусу? Ой, хорошо, 6-й левел получили. Пока, Серый, я отъехал. Я вижу. Понятно. Минус 1к. Инвокера просто надо было. Да, всё плохо, Серёга, всё плохо. Я человек пассивка. Посторонись, мышь летит. Круговорот свиней. О, да. Мама. Шоу мои мартры, блядь. А как он там про сарай? Сарай постройте, поставьте. Постройте сами. А, вот когда меня не станет, сарай постройте сами. Спасибо за сало. Вот с тех камней. Ну или с тех хорошо, камней. Нормально. Я там аж два запустил ветра. Много ветров не бывает. А как
бабки делятся, кто больше убил крипов или пополам? Бабки делятся пополам. Так, что там? Что там? Все печально. У кого? А, Серёжа? А вам не слишком много ли ветров, а? Ой, нафиг я так купил. Давай. Опа, полетел. А этого. Так, подожди. Пусть теперь постоит, пусть. Давай, ты. Подержу. Кидай. Ладно, я. А, ну да, у меня ж кулдаунов нет. Ехала. Чисто кота. Подождите, вас сразу разметли? Вы проиграли? Конечно. Конечно, нет. А, выиграли, да? Чуть-чуть. Я не жалко, у меня не инвокер. Да выиграли, выиграли. Нажми Enter, посмотри, кто фраги сделал. Остальные тебе. Что пылесосим. Задувало. Мистер Пропер. Да. Серёжа, что покупаем? Battle Fury, да? Конечно. Ааа, какой какой-то киндерсон, блин. Серёжа! Мы берем в рот? Ну, предположить. Это не точно того. Кого? На кого нападаем? Я выбираю Лича или... Угу. Давай Леона сначала разбираем. Близко ко мне не подходи. Два подойди. Пальца как получит. Или там один. Ты сон! Тут Willow Wisp. Ах, твою мать. Ты чё творишь? Серый, я бился как мог. Обраткой на дамаг. Ай. А зачем ты от них отходишь? А смысл мне под ними стоять, они меня бьют вдвоем. А там все равно бы, Сережа. Ну ладно. Сережа, почему мы в подвале? Потому что мы сосед. Все ровненько у вас там. Главное стабильность, пацаны. Совершенно верно. Согласен. По нетворсам все плохо. А давно вот этот скилл изменили, добавили ему аганим, и всех, кого он цепляет, накладывает сало? Ну, когда аганимы всем повально они дали. Они сражались против них, так нечестно. Ну, там соло, парень. Давай, короче, я первый ветра кидаю, потом ты. Да, да. Давай. Где там? Подожди, кто из них спектра? А, все, вижу. Давай. Ой, смотри, как задефал. Тихо, 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 отходи от него. А теперь хоть сюда. Тупо на контроле. Катайся, брат. Разбился. Говорят, драконы не летают. Тупо киберспортсмен. На самом деле, хотя у нас и крипов о, будет чем дефать. У котла да? Сгорел пердак. О, котел уже давно ливнул. Что? Ну, чувак, купил, там. Продавай. Просто сразу продавай. Все, chemical race, все, я на нижних. Сережа, на нижних, да? Давай на нижних. С мультикаста как три пальца прилетит сейчас. Причем по разным. Там Willow Wisp, там не будет варда. Да? Блин. Я опять все испортил. Вот Сайленс этот не очень приятная вещь. Вообще не приятно. Перекрестный. Да не, все нижние вытащили. Ну значит я проебался. Хорошо. А Никс поднялся. Кто на Никсе? Я вобла поднял, я вобла поднял. Ой, Яша, хорош! Сколько? 3к. Сильно. Просто. Фу-фу-фу.
Просто, сука, тупо ставки на спорт 1xbet. Давай вот не надо такое говорить. Нет, это не реклама, господа. Таю. Ого! Задул там так задул. Так, Серж, а что мы будем покупать дальше? На, тебе принес предмет. Масочку? Давай. Масочку. Масочку, жарчик. Да, это будет сутаник. Почему я такой чувствую, что сейчас проиграет? Серж, как ты считаешь, мы что-то сможем сделать? Мне кажется, нет. Ну, там чел один. А, о, слушай. Коня не бейте, бейте дракона. Ты серьезно? Я что-то быстро отъехал вообще. Давай, Сергуня! Бей его! Хорош! Я ж сказал, сейчас проиграют. Тупо поцы. Я в шоке. О, да ну. Почему ты постоянно отходишь, когда у тебя чувак бьет с руки? Да, реально. Да у меня на нем линка висит. Меня как я его, я все равно его не бью. Да какая разница, там же не сразу весь урон забирает. Потом она на тебе висела, блядь. Все равно. Чисто с Эрон Талона забрал кентавра. Тупо Сергуня, блядь, боится. Понятно. Я не пойму, как ты сдох так быстро. Я затанковал тебе там все, как же я сдох. Брат, возьми. Продать. Еще раз. На имбы шоу, блядь. Там сайленс сейчас сразу будет. В разные стороны от шарика. Я поймал. Не попали, да? Философский камень? Гарри, это ты? Не, ну он мне не нужен. Хорошо. А тебе что выпало, Серый? Такой же? Нет. Инкол. Я продаю. Так, возьму-ка я Аганим. Не хочу Аганим, хочу Октарин. Как такое может быть? Там чувак ливнул, у них денег больше, чем у нас. Это что такое? Потому что проиграли тавочку. Причем такую очевидную. Не, пацаны, вы не дуете. Я сказал, не дуете. О, еще 12 КД я рад, отлично. Да. Не, ну там... Все, там, в принципе, понятно все. Это оставить. Сейчас еще и выиграет этих. Но этих вряд ли. Они такие топ-1. А! Серж, я танкую. Закидываю. А ты их гаси. Серёжа, они катаются. Просто жесть. Почему мы молчим, Серёжа? Ты хотел спать. Давай тактику. Выкладывай. План. Нужен стан. Нам нужен стан. Тебе нужна хотя бы одна активная кнопка. Так, а что там у Яши? Покупай досты, у тебя КД меньше будет на досты. Есть такая инфа. Пассивка. Так, надо еще смока брать, кстати. Досты, да, смока. Досты, говорю. Так, Сергуня. Меньше, да нет, 652 также. У нас же общие, как бы. Короче, когда у тебя Бжужу, ты в соло играешь, у тебя КДшца смока. Да, первый раз в таком слышу. Так, не хочу на них ставить. Я понимаю, что они сейчас выиграют, скорее всего, там помощнее, но... Да какое выиграет? А, беги. А, ниф на тебя, на тебя. Да выйди с этой хрень, да, ну все, какой там выиграет. О! Там Виллоу Висп. Главное стабильность. Сука, тупо Виллоу Висп решает все, блядь. Так, взять, не взять, огоним. Сава, конечно, классная тема. Только не написано, сколько длительность этого сава будет. Или может тактаринчик взять? Ладно, сейчас подумаем.
Ты ветра будешь менять? Да. Ну да, от них толку нету с мультикастом реально. Ой-ой-ой! Помогаю. Ага, а где крипы? Там Томов Аганим интересует. Да, на продажу. Я вот не знаю, Аганим, Актарин или какую-нибудь Тараску, Шиву. Слушай, в следующий раз вот сюда вот становись, будем этого вырубать, фармить бабки. А мы шотнем его? Мне кажется, мы не шотнем. Но он как-то в прошлый раз шотнулся. Ну ладно. Почему он к тебе ближе? Я понял. Или предмет ты хотел в тебя. В разные стороны нормально. Если надо, я могу это отдать. Не-не-не-не, ну продавай, продавай. У меня по мапкам вроде нормально более-менее. Хотя у тебя медасик мог бы и отдать, конечно. О, кто-то умер под конец. Блин, забыли про парня. Ну, у Лича уже Аекни. И у Леона одна. Так, не поднимай, подожди. Они а, Сергуля не работает. Так, а ветра говорят, Сережа! Не приходит урона от Вованча, да? Угу. Да отвалите вы что-то от меня. Что-то слыхал такое. Идите с ним деритесь. Не, наверное, все-таки Актарин соберу. Чтоб хоть как-то регениться от этого всего. Так, там Silence, Global. Тогда Лотус. Понял. Ставлю на него шоу. Чувствую, нужные предметы я до завтра буду собирать. Ага, понял. Ой, спасибо! Обратно получили все. Только ветра зря поднял. Шпилят. Ну и полет. Так, и где мой. Дождь что ли идет? Серый, тупо танкую для тебя. Дождь пошел, пацаны, наконец-то. Сейчас такой свежий воздух в комнату пойдет. О, кайф. А, кстати, обещали сегодня на вечер дождь. Да, там всю неделю дожди обещали. Серый, тупо для тебя танкую. Слава богу, ну наконец-то. Смотри, там у шлепки. Хилибири. Угу. Да я сейчас сожру парочку, в ветра не закидываю, только мультика с ветра не работает. Угу, понял. Теперь можно. Твою мать. Как больно, ёпта на него. Ух, ебало, ебало. Первый принимаю на себя удар. Нормальная синергия. Как, принял? А, принял. А, давай, веди их на меня. Надо, короче, тебе и мне эти ветра сраные выкинуть. Так, сейчас бабки заработаем на этих молодых. Все очень плохо. Все прям, блядь, максимально плохо. Так, это обычные огры, да? Надо было ДК брать, 100%. Конечно, надо было. Поднимаем. Да-да, я жду, пока ты поднимешь. Меня зарезали, серый. Сейчас не поднимай. Ну, кстати, говорят, что если координировать свои действия, то можно, в принципе, нормально работать. Ой, я смока прожму. Чего? Что? Баджуджо, понял. Только не ударь. Кажется, я умер. Я тоже.
отлично. Хорошо, идем, Яш. Тупо решаем вопрос. Можно мне тоже так же жестко? У меня одна кнопочка, как я это люблю. Так, на кьюшку поставлю. Серый, ты не встанешь, серый? Стану. Станет. Хотя я с одной кнопкой буду делать. Давай я отойду даже. Ой, я его сейчас замораживать сейчас буду. Так, надо что-то менять. Это что, бескадешный аваланч? Да. Ну сколько, 3,5 секунд. Так, давай я его уберу отсюда, а то у меня... Больно, я не могу выйти, серый. Слушай, а ветра снимает ульту ДК или это не, просто... Не, у него закончилось. Там приятно, парни. Чё, как дела? Кидай. Замультикастили. Ой... Где же мои тимберы? Дарк тролли. Да, сейчас будет неприятненько. У меня есть госс, если что. Габельная. Серый, бегай. Мне жопа, серый. А почему я их не поднял? Я дебил. Я что-то задумался, понял. Серый, я дефаю их. Ты что дефаешь? А теперь... Какой я классный. Я хочу... Октарин. Просто щебень. Я буду маленький камазик с щебенью. Ну как маленький, уже не такой маленький. Опа, меняю скилл. Блин, а что тебе лучше поменять, гроу или... А, ну тебе шестой скилл нужен. Лёжа, фервор или Infernal Blade? Быстрее. Infernal. Беру. Видишь Infernal Blade? Бери Infernal Blade. Там фростбитены. Да, я сейчас мага прожму. Так, Сергуня, ну, мы опять рот взяли, ладно. Два пальчика в Сергуню. Так, надо, чтобы они вот тут бегали. Блядь, а можно Виловиз быть бесконечным, блядь? Сука, вот отвечай, если б не Вилов, я бы сейчас разъебал обоих. Красавчик, Яша. Простите, пожалуйста. Ладно, сейчас запихаешь. Засидеть, блядь, еще. А мне можно просто звук вырезать весь, в принципе. Ставить музыку какую-то. На спокойную такую. Классическую. Веселенькую. Классическую дотку. Скажи, а сейчас минутка классической дотки. Ага. 40 минутка. Сережа, отходи, я танкую для тебя. Просто пусть полетает, пацаны. Я ж плохо. Ну что ж с тобой такое? Думаю, ветра поменять. Эх, мне бы дисперсию. И что б ты делал? А чё? У тебя 300-400 урона почти с руки, может, аганим возьмешь? Да, кстати. Так, по приколу. Аганим, сатаник, рапиру. Ну, я думаю, палку дособирать, потом уже этим заниматься. Или аганим. Не знаю, сейчас разберемся. Ты веточки с чего будешь ставить? Кого? Веточки. Для Крэги? Нет. А, ну скилл, который у тебя появляется, да? Да. Не знаю, можно. Ставим на имбе шоу. Так, там снять бы, слышишь, палку снять. Так, не вопрос. Как он спектра тащит за двоих, я не понимаю. Ого. Ой, так куда ты, я на карту нажал. Серый, всё. А, там Джаггер нормально ультит. А, вот это всё закончили, да? Это всё, да. Ха, мы по нетворсам их выиграли. А, нет. А почему? А почему мы на последнем? Типа мы раньше вдохли?
высосал весь урон. А я тебя щебенью засыплю. Чё там, братан? Обижает. А, у них инвокер. Чё, оборзел? Разрешите вас перебить, говорит. А чё там, поперебить? Не перебивается, говорят. Я мутголем, мне похер. Боже, этот геймплей, остановите меня. How lucky can you be, boss bad juju? Много bad juju не бывает, так у него еще и мультикаст bad juju, это вообще трэш какой-то. Как говорится, везет сильнейшим. А? Больно. Поднимаем. Давай, души их там. Так, парни, отстаньте. Ты их как-то подведи сюда. А чё у меня есть? Чё там? Спел призма. Интересует, ладно. То давай. Давай. А, мы ещё и драться идём, окей. Блин, возьму-ка себе линзу. Чтоб не рисковать, где она. О. Чисто для них. Джаггер, иди сюда. Да, говорят, помогают. Господа! Короче, я пошел пожру пока. Ты чё, брат? Забыл, что я мутголем? Центре нафиг. Токсины, братан. Ну, для токсинов у нас отдельный разговорчик. Главное, чтоб не выходили с пульса. Да, я ж, да. Я не заметил. Тихо, ребят, вы чё? Я сразу под всю толпу кидаю. А чё такое? А всё закончилось? Дело. Я только начал играть. В смысле? Ну всё. Серьёзно? Короче, это... Нормально. Всего за 19 рублей вам может выпасть игра стоимостью до 700 рублей. ImbaShop – официальный магазин игр. Ссылка на него в описании.